Январь принес долгожданный снег в Одинцовский район, однако для коммунальных служб обильные осадки означают дополнительные сложности. За две декады января месячная норма осадков в столичном регионе выполнена на 92%. Самые сильные снегопады были связаны с южными циклонами, которые перемещались и продолжают перемещаться примерно по одной и той же траектории – с юго-запада на северо-восток. В результате улицы городов заваливает тяжелый густой снег. С коляской очень сложно проехать. Прям буквально себе ее тащишь, приходилось в обратную сторону даже вот так вот просто за собой тащить. Вот, возле поликлиники, и вот как идти на Говорова через лес, там вообще, можно сказать, не прочищали вообще. Дороги чищены. А тротуары бывают, что не очень. Убрать снег оказывается порой недостаточно. Под его весом на уровне асфальта формируется прослойка льда. Обычно с ней борется, рассыпая песок, специальные реагенты или соль. Однако местные жители этим недовольны. В особенности это относится к владельцам домашних животных. Для собаки это не совсем хорошо, потому что она разъедает лапы. На нюх, наверное, как-то действует. Я думаю, что это вред. Бывает, до крови там разъедает собак. Но я не одеваю там эти каких-то сапожка, потому что они все время сваливаются. К сожалению, иных способов борьбы с гололедицей просто не существует. Радует лишь то, что используемые смеси от года к году становятся более экологически чистыми и эффективными. На самом деле, если возле подъезда, то все отлично. От автомобиля же как бы не всегда выехать. Может, самому копать приходится. Я не автомобилист, поэтому я не могу судить о дорогах. Вот. А в тех пределах, в которых я тут нахожусь, я довольна. Не так давно глава Одинцовского района Андрей Иванов проверил качество уборки дворов и дорог общего пользования в ходе рейда по Трехгорке. По мнению главы, ситуация не из лучших. Основные проблемы с уборкой снега во дворах. По мнению жителей, такие сложности существуют не только в Трехгорке. Я обычно с утра на турники хожу. Там как бы, ну, как лежал снег, так и лежал. Общего пользования, в принципе, убирают, а вот во дворах не убирают. За уборку снега на придомовых территориях несут ответственность управляющие компании, хотя далеко не все из них справляются со своими обязанностями. Теперь недобросовестные управленцы могут попасть под штрафные санкции. Мы совместно с Адмтехнадзором буквально завтра, опять же, на нашем совещании проработаем более жесткий режим реагирования и будем штрафовать всех тех и собственников, и управляющих компаний, которые обязаны по закону благоустройства убирать привязанные к ним территории. Инспекция главы района ситуацию исправила. По меньшей мере, жителям больше не приходится самостоятельно расчищать дороги. Была ситуация, когда как-то по-глупому снег собрали, но оставили перед парковочными местами. И в итоге как бы парковка была осложнена. Вот. Но в целом убирается. Нет, убирается. 19 октября в здании районной администрации прошло оперативное совещание по вопросам уборки снега. В нем приняли участие представители властей и ответственных организаций. Рекордные осадки, выпавшие за последние дни, вызвали ряд вопросов к аварийным службам. Некоторые алгоритмы их взаимодействия с властями решили пересмотреть. Обсудили возможность создания оперативных дежурных штабов в администрациях поселений. Предполагается, что они будут еженедельно предоставлять в управление ЖКХ график дежурств снегоуборочных бригад. На уровне городских и сельских поселений могут провести совещания с муниципальными и частными управляющими компаниями. Это поможет выработать механизм оперативных совместных действий.